Нам лучше задерживаться. Уважаемые коллеги, друзья, соратники, товарищи. К большому громадному сожалению, Лев Михайлович, быстро-быстро год прошел уже. Мы помним, уважаем, любим. И большое спасибо по-французски «Рахмет», что здесь собрались родственники от всего сердца, от всей души. Его память в каждом из нас, потому что он очень большой след, громадный след сделал в Куйбышеве, Куйбышевской области, в России, ну, в мире, соответственно. И как борец, а мы все борцы, и как тренер, и просто как гражданин. С моим ухом. Пусть за меня будет Бог. Клади себе, мы отсюда передадим, чтобы это. А то по кругу пойдем. Да, Эдик, все. Мы пока, может, салат покушаем.